журнал «Деньги» опубликовал рейтинг привлекательности украинских городов. Оценивались они по разным критериям, одним из которых была открытость и доступность местной власти для бизнеса. К сожалению, одесскому мэру эксперты поставили самую низкую оценку. Бизнесмены говорят, что Труханов не заинтересован в развитии города. К примеру, разногласия, которые возникли в последнее время между основателем компании «Кадор Групп» и мэром Одессы, сам Адлан Киван называет бессмысленными, так как Труханов ничего полезного для города не сделает, и одесситам он ничем не запомнится. Адлан Киван не раз предлагал Геннадию Труханову увеличить этажность больницы на Малиновского до 7 этажей и расширить дорогу, но мэру Одессы, видимо, не нужно преображение и развитие города. К слову, современная больница скорой помощи на Малиновского построена полностью за средства Адлана Кивана и является подарком для одесситов. Также меценат предлагал построить и больницу на Фонтанской дороге 58, где земля принадлежит инвестору, но и это Труханову тоже не нужно. Одесса превращается в город медицинских кошмаров. Стоит только посмотреть на городской морг. Полуразрушенные здания, старая неисправная техника. И если сюда что-то и покупают, то это делают сами врачи. Нам удалось это выяснить от самого работника морга, который на камеру отказался говорить. Руины Советского Союза. То есть вот сейчас люди, которые вот заведуют этим помещением, они своими силами пытаются привести в порядок. Каталки какие-то новые вкладываются, потому что на старом уже после визита. Носилки, все, что надо, там, врачам, инструмент. Это не частный морг. Если бы разрешили открыть частный морг, то бы там было бы все аж горит. А в частные руки ни один разумный человек на это не поведется, потому что не дадут. Вот так на самом деле обстоят дела в одесском морге. Отсутствие кондиционирования в здании, где, согласитесь, не самая приятная работа, полуразрушенные помещения. Последний раз ремонт здесь делали в прошлом веке, во времена еще Советского Союза. И вы не поверите, но медэксперты вынуждены кушать прямо в здании морга. А ведь эти проблемы можно было бы решить. Адлан Киван предлагал перенести бактериологическую лабораторию и морг и сделать из них по-настоящему современные медицинские учреждения. Но и это Труханову не нужно. Неужели он так боится, что Одесса станет по-настоящему европейским городом? Или может Труханов боится тех людей, которые сделают Одессу достойной? Елена Ротари, Дмитрий Бондаренко, Анастасия Кожушка, 7 канал.